Привет, моделистской братве, а.к.а. Crazy Russian. Продолжаем нагонять дни в декабре. Открываю сегодня пятое. Постой, паровоз, не стучите колеса. Но нам надо немного торопиться. Я надеюсь, сегодня седьмое, я открою седьмое. Так. Вам понравился полет лиса или лисицы? Так. Как у нас сегодня пойдет дело? Опа. О! Мастеровой какой-то, интересно. Так, сейчас. Я аккуратненько так пошебуршу. Немного криво, ребят, потому что это самое близкое место под камеру я сделал. Так, сейчас аккуратно, только за не беритесь за мелкие части, чтобы не сломать случайно. Ну, они хорошую головоломку сделали, это не просто так. Прочувствовать надо. А, о, отлично. Но это еще проще. Просто он так сюда делает такой слайд. Раз. Ну и обратно. Ну, в общем, прикол. И здесь место свободное есть. Здесь. Сейчас я к себе поверну, быстренько гляну, что там держит в руке. Интересно узнать. Один секунд. Какую-то деталюгу держит. Такое впечатление, что человек работает где-то на наждаке. Видите, длинный халат, если там ну, искры, все вот это вот отработка идет. Интересный момент. Вот где бы найти обозначение, потому что здесь догадаться очень сложно. Ну, работник. Может, у них какие-то более детальные есть вещи, где прописывается, что к чему. Ну, это я что-то уже намудрил. Отлично, ребят. Успехов, удачи. OK USA. Давай.